Нерабочие дни в стране продлятся до конца апреля с сохранением заработной платы. Сегодня президент России Владимир Путин сказал об этом в своем видеообращении. Он поблагодарил всех, кто участвует в борьбе с коронавирусом, особенно медиков. Они, как всегда, на передовой. Особенно, подчеркнул Владимир Путин, нужно защитить наше молодое поколение. Ситуация в регионах разная, надо смотреть по обстановке. Глава государства готов дать субъектам федерации дополнительные полномочия, чтобы на местах сами определяли конкретный набор необходимых мер. Если эти меры будут связаны с ограничениями, то их надо будет согласовывать с федеральными властями. Прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов. Беречь себя и своих близких.